Вот он какой стоит, красавец. Ждет меня. Вон там кто? Нет, не наш. Катя собирает, рассказывает, какие красавцы. Ну да, согласна. Лен, ты увидишь, тебе звонить начнет? Не знаю, начнет. Вот такая... Обалдеть, я хотела снять, я их увидела, Кать, вот, иди сюда. Прикинь, я, короче, хотела показать, что это ров. Вот ты там идешь. И навожу камеру, и я как раз их вижу еще. Ой, мамочки, мне дурно. Вытаскивай. Ну, вытащи же, покажешь. Ой, как я рада их видеть. Давай, чтобы у всех инфаркт был. Давай. Они любят, когда они срезают. Ой, какие они классные. Главное, так стоят два. Я их даже сразу не заметила. Классненькие. Так, и покажу, собственно, виновника, из-за чего я начала снимать. Вот же он у меня спрятался. Тоже. Класс. Где? Юперный театр. А, так вот, все. Давай же. Ой, он хорошенький. Он даже похож на белый, мать. Как он по ощущениям тверденький, польский? Аж хрустит. Класс. Вот, по-моему, точно он. Мой красавчик. А шла вообще не за ним. Шла вот с этой стороны, видела. Так, ищем. А, вон, 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 вон. Вот он. Вот за этим шла. Ведро поставила, повернулась, увидела этого красавца. Представляете, вот эти сорвала, поворачиваясь. Ой, обломился. Кто-то его подъел. Ох, мать. Гля сюда. Не прошло и секунды. Обхожу дерево. Сейчас еще один покажу. Раз. А вот еще один. Два. Вот они. Даже не сразу его увидишь, потому что среди листьев они... Ой, 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 уткнулась. Они даже маскируются. Видите как? Ой, слюдюньки. Тут же, не отходя от кассы, смотрю еще один. О, ой, обломился. Ну, подъели его, но он хороший гименофор. Видите, какой хороший. И смотрю дальше еще один. Если вы находите один грибок, надо прямо остановиться и искать еще. По-любому найдете еще. Очень сладкие. Там еще один. Один. Вот. Ну. Какой хорошенький.